Привет! Итак, сегодня мы рассмотрим очередное правило, ну, тут больше не правило, а такое правило-пример, которое гласит, применяйте прокси-классы. То есть это все, как ты понимаешь, из книги «Эффективный C++» Скотта Майерса. У него таких книг несколько. В данном случае это из книги, насколько я помню, я точно не помню, потому что у меня тут распечатки. Вот, основных вещей, основных страниц. Но книга, по-моему, называется «Эффективный C++» или «Использование C++ 35 рекомендаций» 2000 года. Так вот, сегодня посмотрим на примеры прокси-классов. То есть это в разрезе того урока, точнее того совета, в котором мы говорили о строках с использованием ссылок. А именно, то есть была проблема какая? Оператор квадратной скобки, то есть на этапе простого использования нельзя было различить, это запись символа или чтение символа. То есть когда у нас была строка, и мы, к примеру, это str, давайте быстренько вспомним, делали вот так вот, равно 1. То есть в этом случае была запись. Но когда мы выводили с помощью cout на консоль, то в этом случае у нас была операция чтения. И было сказано, что тогда невозможно определить. Вот, компилятор не сможет определить, где конкретно запись, а где чтение. И он будет использовать тот оператор, который возвращает ссылку неконстантную, то есть которую можно менять. А в этом случае у нас в нашем классе для подсчета ссылок выделялась новая область памяти и все такое. Короче, если не смотрел, то посмотри. Все есть на канале. Вот на вот этом, да. Итак, по поводу прокси-классов. Начнем мы рассматривать с такого простого примера. С реализацией двумерного массива. Потому что по факту, если так уж придираться, то поддержки двумерных массивов нету у языка C++. Да, вы можете создать вот так вот, написать int r, типа такого, вот, например, там 10, 10. Вот, что-то такое вы можете сделать, но по факту, это не является двумерным таким массивом, потому что вот эта операция вернет нам что? Вернет нам массив размерностью 10. Вот. Более того, нельзя делать вот так вот. L, к примеру. Вот. Так делать нельзя. Оно где-то даже может компилироваться, но дело в том, что это очень-очень нехорошо и очень небезопасно. Так вот, начнем рассмотрение с простых двумерных массивов в языке C++, а дальше уже перейдем непосредственно к прокси-классу из той темы, из класса строки для подсчета ссылок. Вот. К примеру, такие языки, как Fortran, Basic и даже COBOL, и другие языки, могут поддерживать двумерные, трехмерные, даже n-мерные массивы. Fortran, к примеру, позволяет работать только с 7 измерениями. Вот так вот. Вот. Но это такое, в некоторых языках есть поддержка. Теперь смотрите. Самая простая реализация двумерного массива. Здесь мы видим шаблон. Вот. Вот у нас шаблон, и самая простая, начинающая, начальная реализация нашего массива, вот такая, array 2D, в котором мы можем передавать, то есть как вы видите, мы в конструкторе передаем его размерность, и, соответственно, вот здесь внутри, понятное дело, уже там что-то делаем, там выделяем памяти и все такое. Вот, то есть так уже делать можно, в отличие от того примера, когда передавались просто переменные. Здесь можно написать переменные, линия, там, количество линий, количество колонок и сделать вот так вот. Ничего не запрещает. Но, как вы понимаете, здесь используется конструктор. Вот. Но это нормально. Вот. Дальше. Что у нас здесь?
Смотрите, чтобы использовать для этого массива квадратные скобки вот такого типа, то здесь нужно постараться. То есть, соответственно, ну, не то что постараться, нужно кое-что дописать. Потому что использовать объекты этих массивов не так уж и просто. Не так уж и просто. То есть, вот такая индексация уже вот, при данной реализации недопустима. Что же делать? Ну, у нас же двумерный массив, правильно? А вдруг у нас могут быть трехмерные, четырехмерные массивы. То есть, это для хранения каких-то сложных таблиц. Вот, и все такое. Так вот, что же делать? Первая мысль, конечно же, может возникнуть. Перегрузить оператор. А оператор вот такой. Но дело в том, что язык C++ не поддерживает двумерные массивы. Ну, вот просто не под... Ну, по факту, если вот если совсем уж придираться. Нету такого. Так вот, если вы напишете вот так вот, то у нас будет проблема компиляции. Компилятор этого не поймет. Он скажет вам окстись и, ну, и не будет собирать. Вот. Так делать нельзя. Максимум, что мы можем перегрузить, это одни квадратные скобки. Вот. Можно, конечно же, сделать следующим образом. Перегрузить оператор круглые скобки. При этом использовать можно будет вот так вот. Вот, смотрите. То есть в этом случае мы перегружаем, давайте еще раз, то есть то же самое, но без перегрузки квадратных скобках. Мы перегружаем круглые скобки. Так вот, если вам это приемлемо, вы можете делать вот так вот. Потому что на самом деле немало языков программирования, которые используют для индексации круглые скобки. То есть используют вот такой способ. Вот. Ну и можно, если вас все-таки смущает такая запись, ну кого-то может смущать, то можно сделать следующее. Вот здесь как раз мы уже немного подбираемся к прокси-классу. Я думаю, вы догадались, кто-то, возможно, уже догадался, что так как мы не можем перегрузить оператор двойные квадратные скобки, да, а только одинарные, то... Выход какой? Смотрите, у нас есть вот шаблонный класс Array2D. Вот он. И у него мы перегружаем операторы. Вот квадратные скобки. Эта функция, в свою очередь, возвращает объект, некий объект Array1D. Что это за Array1D? А вот он. А он внутри нашего шаблонного класса. А вот этот Array1D... Он как раз, у него как раз тоже перегружены вот эти вот квадратные скобки. Соответственно, вот вам двумерный массив. Первая часть, да, первые квадратные скобки возвращает некий объект, у которого перегружен тоже оператор квадратные скобки. Соответственно, первый возвращает одномерный массив. Массив чего? Массив одномерных массивов. Соответственно, это получается двумерный массив. Вполне элегантно все выглядит. То есть пользователь класса Array2D не обязательно должен вообще знать о существовании вот этого. Он даже не обязан просматривать, да, из чего состоит этот класс. Самое главное, что вот здесь он объявляет двумерный массив intow. Вот так вот, задает его размерность и все. А дальше вот здесь что он хочет получить? Он хочет получить непосредственное значение. А вот здесь хочет куда-то что-то записать. И он это делает. И соответственно, что там внутри, ему не важно. Самое главное, чтобы это были целочисленные значения. Вот, соответственно, на верхнем уровне, это я сделал для простоты, вектор. Вектор чего? Объектов Array1D. А в конструкторе, где тут... Я делаю resize нашему вектору. Вот и все. То есть сразу создается двумерный массив нужного размера. Вот так вот. Так вот, теперь вот мы подобрались к прокси-классам. То есть что у нас здесь мы видим? Так, где? Вот, Array1D. Каждый объект Array1D обозначает одномерный массив. Это, я думаю, вы поняли.
Так вот, объекты, которые обозначают другие объекты, часто называют прокси-объектами. То есть в данном случае array 1D как раз и является прокси-классом. Экземпляры объектов этого класса соответствуют одномерным массивам, которые теоретически не существуют. Терминология прокси-классов и объектов не является универсальной. То есть иногда классы такие называются заместителями, ну, суррогатами, или прокси-классами. Вот. То есть вот мы подобрались к прокси-классам. То есть в данном случае мы, когда получаем доступ к не, вот эта операция возвращает какой-то объект, мы даже можем и не знать, что это за объект, а нам, в принципе, не важно, да? Ну, если, конечно же, мы не сделаем вот так вот. Захотим получить... Ну, один массив, даже не знаю, как бы. Вряд ли кто-то просто так решится это сделать, если он будет работать с двумерными массивами. Он объявил двумерный массив и с ним работает. Все. Так вот, вот как раз вот здесь возвращается этот array1d, который является заместителем либо прокси. Так вот, как же этот прокси применить для нашего примера с классом строк с подсчетом ссылок? Вот сейчас мы это и посмотрим. Барабанная дробь. Так, подожди-ка, тека, это было... А, все правильно, да. Пример 4. Это все будет, конечно же, на гитхабе, и спокойно можете брать и экспериментировать и смотреть. То есть вам уже писать ничего не надо. Ну, как всегда, короче. Итак, смотрим пример 5. Вот здесь основная задача, для чего использовались прокси-классы, чтобы различать операции. Так быстро промотаю. Операции чтения, операции записи. Вот операции чтения. А вот операции записи. Без прокси-классов этого сделать в языке C++ было бы нельзя. Вот. То есть этот класс, string с подсчетом ссылок, в предыдущем видео разбирался. Поэтому не ленитесь и посмотрите. Что я могу напомнить, так это то, что... давайте я вот здесь открою. Что для компилятора... Ну, то есть компилятор не сможет определить, где какой оператор вызывается. Либо вот такой неконстантный квадратной скобки, либо константный. Вот для этого случая. Даже не для этого. Давайте более наглядный. Вот. Он будет всегда использовать функцию вот эту, а не вот эту. То есть константную он будет использовать только тогда, если сам объект, который вызывает константен, либо функция константна. То есть это в предыдущем примере разбирали. Поэтому здесь не буду, это я напоминаю. Поэтому прокси-классы нужны как раз для различения этой операции. Чтобы где-то ускорить работу нашей программы. Чтобы где-то уменьшить вызовы, ну ненужные вызовы операторов new и так далее и тому подобное. То есть это, так сказать, отложенное вычисление. Так, что же? Давайте посмотрим, что тут добавилось. Ну, что-то убралось, а что-то добавилось. Первое. Ну, string value, это вы помните. Здесь ничего вообще не было изменено. То есть счетчик ссылок остался, флаг, который показывает, разделяем объект с другими или не разделяем, остался, непосредственно данные остались, все осталось. Был добавлен вот новый класс, который называется charProxy. Вот непосредственно вот этот прокси класс. То есть, я думаю, вы уже догадываетесь, да, при доступе к, ну, по индексу, к какому-то символу, мы будем получать не символ, а некий объект вот этого типа, то есть прокси, то есть какой-то заместитель, да, с помощью которого мы уже сможем контролировать эту запись или чтение. Так вот, давайте посмотрим поближе на этот класс. Так, давайте я вот это все сверну вот так вот. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть конструктор с параметрами, да, который получает ссылку на строку, ну и индекс.
Индекс – это непосредственно, ну, символ, мы же будем, вот в данном случае. Вот этот индекс получаем. И вот эту вот строку. Так, дальше. То есть это у нас создание. Дальше. Дальше. Вот у нас непосредственно внутренние перемены. Да, это строка, ссылка на строку, которой принадлежит прокси-объект. А это индекс символа в строке, который заменяет прокси-объект. Два оператора равно. То есть в этом случае он воспринимается как... Не, даже подождите. Вот, правильно, вот это. Да, вот это у нас как L-value, вот этот оператор работает, а этот оператор работает как R-value. Ну, то есть оператор char, это приведение к типу char. То есть в данном случае мы там возвращаем просто непосредственно символ. Дальше. Что еще изменилось? Правильно, изменились функции вот эти вот. Оператор квадратные скобки. В прошлом примере мы возвращали здесь непосредственно char символ, да, а теперь-то мы возвращаем прокси-объект, то есть как раз вот какого-то заместителя прокси. С помощью того уже объекта мы уже будем определять, константна она или не константна. То есть да, в данном случае, конечно же, всегда будет работать вот это. Это вы знаете, функция вот эта константный оператор будет работать только тогда, когда будет вызываться из константного объекта, либо из функции какого-то класса, которая константна. Все, я думаю, мы это проехали, запомнили, все. В сегодняшнем примере будет работать только вот эта вот функция, потому что здесь нету константных объектов. Так вот, идем дальше. То есть добавились, точнее убрались, смотрите, в предыдущей реализации, что у нас здесь было. Вот char оператор ссылка и вот константный char оператор ссылка. В этой же реализации вместо char добавился прокси. Итак. Ну, что мы здесь видим? Ну, здесь const добавляется, здесь, ну, const cast. Я думаю, вы про приведение типов в языке C++ знаете. Так, на что еще стоит обратить внимание? То есть вот здесь, смотрите, по факту, эта функция, каждая из этих функций, каждый вызов просто создает и возвращает прокси-объект. То есть, как вы видите, здесь создается... То есть здесь вызывается конструктор. То есть создается какой-то временный объект, который вызывается. Над самим символом не совершается никаких действий. Они как бы откладываются до тех пор, пока будет неизвестно, выполнять ли чтение или запись. То есть в этом случае на первом этапе будет создан прокси-объект. Вот он будет создан. И будет возвращен. А дальше, после выполнения вот этого выражения, будет приниматься решение, что же делать с этим объектом. Либо читать, либо записывать. Вот. Так вот, на этом этапе каждый объект, который создается, он помнит. Что он помнит? Он помнит индекс и к какой строке относится этот индекс. Вот, то есть в данном случае, вот раз будет временный объект, два временный, три временный, четыре временный объект. Но в каждом случае, каждый вот этот прокси-объект будет помнить, что в этом случае к строке 4 он относится и индекс 0. В этом случае строка 1, индекс 0. Ну и так далее. Вот, потому что, вот, если опять вернемся к нашему прокси и посмотрим на конструктор, то мы видим, что мы инициализируем что-то чем-то, и что-то еще чем-то. То есть строку, ссылку на строку, ссылка и индекс индексом. Вот. Ну, вот это friend нужен для того, чтобы char proxy мог у себя внутри доступаться и менять внутренние скрытые переменные. Так, что тут еще интересного?
Ну, думаю, особо тут больше так разбирать нечего. Я сейчас просто продебажусь, и мы посмотрим, да, потому что это нужно как бы вам самим. Ну, если хотите разобраться, можете, нужно, точнее, самим так вот глазами просмотреть, отлаживаться. Вот, но помнить, что есть такая реализация, и к ней всегда можно обратиться. Давайте попробуем продебажиться. Так, давайте я точки останова поставлю. И сейчас вот. Да, сейчас я еще скажу, что вот это такое. Для чего эти нужны операторы? Сейчас я об этом скажу. Так. Ну, запускаем. Итак, это не тот проект был выбран. Почему-то 10 по умолчанию. 24 ставим. Итак, понеслось. Нам тут точки не надо. Создаются объекты. Вот сейчас в данном случае мы видим, что каждая строка имеет внутреннюю переменную, указатель на одну и ту же область памяти. Дальше. В данном случае сейчас идет операция чтения. Что происходит? Срабатывает оператор квадратной скобки, который возвращает временный объект char proxy. Вернулся. После чего идет попытка привести этот объект к чару. Ну, смотрите. Потому что здесь происходит вывод чего-то. И вот здесь идет автоматическое такое приведение типа. И эту функцию мы перегрузили. Оператор приведения к char мы перегрузили. Соответственно, в данном случае выполняется операция чтения. Что, собственно говоря, и происходит. То есть первым делом, где тут у нас вернулся, сейчас. Первым делом был создан временный прокси-объект. После того, как он был создан, к нему уже применяется следующая операция. Операция чтения, то есть операция приведения к чару. Так как у нас только есть оператор char, нет оператора int, там double, может быть еще чего-то, то, соответственно, приводится только к тому, к чему есть. То есть вы можете поэкспериментировать и понаписывать здесь операторы int, операторы long и все такое. В данном случае только char. Соответственно, срабатывает только эта функция. Соответственно, только чтение. Что нам и нужно? Вот в этом случае мы различили операцию чтения. Теперь же операция записи. Что происходит? Создается опять временный прокси-объект. Это хорошо. А что после этого происходит? Я думаю, вы понимаете. Временный объект был создан, и этому временному объекту что-то присваивается. Что же должно быть вызвано? Ну, точно не приведение к char. Значит, будет вызван правильно для временного объекта вот этого оператор равно. И вот это наш случай. Теперь мы различаем операцию записи и операцию чтения. Соответственно, если мы меняем объект, то вот только в этом случае мы выделяем новый участок памяти, чтобы все строки не ссылались на одну и ту же область памяти. И теперь давайте посмотрим str3. Для str3 была выделена свой участок памяти, и в котором мы уже можем менять. В предыдущем же примере без прокси-классов вот операции чтения тоже приводили к тому, что выделялся новый участок памяти. Давайте, ну, то же самое. Я думаю, тут все понятно. Кстати, тут какая-то, походу, недоработка есть. А ну-ка, давай-ка. Так, сейчас это уберу. И это уберу. Вот так. Выделяем новый участок памяти. Хорошо. Hello выделили. А вот здесь, по идее, уже ж не надо выделять новый участок памяти. Ага. А у нас выделение происходит. Но небольшая недоработка. Здесь выделять не нужно. Вот здесь нужно даже удалить кое-что. Ну, предлагаю это сделать вам. Ну, хорошо, что видите, эта недоработка здесь выявилась. Вот. Есть. То есть здесь мы научились определять эти операции.
Дальше. Что тут еще интересного? Интересны вот эти вот два оператора. Звездочка, оператор амперсанта, ну и const, там char, звездочка, оператор амперсанта. Что это такое? Дело в том, что эти операторы нужны вот для того, чтобы сработала вот такая запись. Потому что, если мы не перегрузим, где они тут, если мы не перегрузим вот эти вот операторы, то что будет, какая будет проблема? Проблема будет следующая, что вот эта вот операция, будет возвращать, точнее вот, вот это выражение, будет возвращать прокси-объект char-proxy. Соответственно, на выражение справа от знака равенства, вот знак равно точнее, будет иметь вид, будет иметь тип char-proxy, то есть указатель. Указатель на char-proxy. Так вот, указатель на вот это char-proxy в указатель на char не определено, из-за чего будет ошибка. То есть, если я сейчас закомментарю, вот так вот сделаю, то мы получим ошибку компиляции. Вот. Потому что идет попытка, вот даже вот здесь пишется, char proxy, указатель на char proxy, в char звездочка, нету такой операции, не описано. Соответственно, чтобы такая запись была возможна, и если она вам нужна, понимаете, не все надо писать, не все операции нужно описывать сразу же. Возможно, половина операций вам и не нужна. А если какая-то кому-то будет нужна, и он, к примеру, захочет вот это сделать, то ему компилятор скажет сразу: дружище, такой функции нету. То есть мой совет — делать все аж потом, как с отложенными вычислениями, так и с этим. Потому что сразу все предугадать нельзя, и можно где-то допустить ошибку. Вот как в данном случае у нас сейчас есть проблема, что память не чистится, а выделяется новый объект. Но ошибка есть, но самое главное, что мы научились разделять операции. Вот и все. А то, что в реализации, то есть это не коммерческая реализация, это не конечная реализация, это вообще просто даже не лабораторная работа. Поэтому да, вот здесь выявилась проблемка. Я думаю, идею вы поняли. Так вот, по поводу вот этих операторов, я думаю, вы поняли, да, для чего они нужны. Думаю, да. То есть можно посмотреть еще раз. Вот результат этой операции какой. Будет возвращен объект char-proxy. Если у объекта char-proxy взять адрес, то будет char-proxy звездочка. Соответственно, вот тут char-proxy звездочка равно char звездочка. Чего делать нельзя было. Так, скорее всего, знаете, я тут так подумал, скорее всего, да елки-палки где-то. Скорее всего, проблема вот эта... Нет. Вот здесь, в том, что если этот объект, наверное, надо сделать вот так вот. Да. Если объект разделяем, то тогда мы выделяем новый участок памяти. Надо сделать по аналогии, как вот здесь. Вот с этим, наверное, оператором. Да, ладно, это потом, это уже не касается темы, это исправление ошибки, я думаю, вы исправите. Думаю, в принципе, все. То есть вы здесь увидели прокси-класс, который как раз нужен для того, чтобы различать, какие операции выполнять, для того, чтобы различать операции чтения и записи. Поэтому, думаю, все. Что можно сказать? Прокси-классы позволяют добиться поведения, которое сложно или даже невозможно реализовать без них. И самые распространенные примеры — это использование, вот как было в начале, многомерных массивов. И распознавание L-value и R-value. И подавление неявных преобразований. В то же время эти прокси-классы, они имеют и недостатки. Будучи возвращенными функцией, значениями, в данном
это случай. Я думаю, вы поняли, ну, обратили внимание, что здесь будет временный объект, здесь будет временный, здесь будет временный, здесь будет временный. Так вот, будучи возвращаемыми функциями, значениями, прокси-объекты являются временными, поэтому они должны создаваться и уничтожаться. А это приводит к расходам памяти и времени, которые, однако, почти всегда с лихвой компенсируются возможностью отличать операции записи от чтения, от операции чтения. Само существование прокси-классов увеличивает сложность использующих их программных систем, так как дополнительные классы усложняют, а не облегчают разработку, реализацию, понимание и поддержку. И, наконец, переход от класса, который работает с настоящими объектами, к классу, который взаимодействует с прокси-объектами, часто изменяет семантику класса, поскольку прокси-объекты обычно ведут себя немного иначе, чем настоящие объекты, которые они представляют. Иногда из-за этого прокси-объекты оказываются не лучшим выбором при разработке системы. Но во многих классах нет особой необходимости делать присутствие прокси-объектов очевидным для пользователей. Короче, что тут можно сказать? Если все правильно делать, то можно достигнуть эффективности, несмотря на вот создание и уничтожение временных объектов. Но если тулить эти прокси-классы везде, где только можно, то, конечно же, вы усложните код и вряд ли повысите производительность. То есть к этому нужно всегда относиться обдуманно. Сначала написали, все работает, а потом думаете, ё-моё, здесь же можно прокси применить. Делаете замеры, а потом сохраняете копию. Потом делаете версию с прокси-классами. Делаете замеры, смотрите, и если действительно производительность улучшилась, очень-очень сильно улучшилась, тогда бог с ним, пусть сложность будет, ну, в коде, да, с использованием прокси-классов. Но если же производительность осталась, либо чуть-чуть там на какую-то маленькую толику увеличилась, а сложность понимания кода увеличилась не на маленькую какую-то часть, да, а неплохо так усложнилось понимание кода, то тогда не нужно вам эта оптимизация. Просто не нужно. Ищите другие участки кода, которые можно оптимизировать. Короче, хватит разговоров. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.